Всем привет, с вами Дизней Котик, это игра 43-й. Шоу начинается! Так. Его начинаем просто... Помогите! 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 У меня от этих воплей голова трещит. Так, берем. Выкидываем. Кто-то берет, выкидывает. На тебе, Зови. Так. Начинаем вот это что? Добро пожаловать в нашу мастерскую, Шрек! Страх боли сделал нас лучше, чем этого неудачника Пиноккио. Хочешь убедиться? Причем заставил страх боли сделать нас специально. Даю! Какой нафиг сюрприз? Вот это уже ты мне... Ты нам подарок делал, а не какой-то фигню сюрприз говорить. Вот это какой-то странный. Так, разрываем. Не лобается. Так. Так, идем. Здорово! Теряю... Теряю сепу я, теряю, теряю. Самокрутый, молодец, сынок. На тебе. Мы собрали тяжку. Нам наехали на и сюда цели попадать. Но это мы запомним, ребята. Так. Опа. Беседа упираться будет. Давай быстрее. А, нет. Thank you.
Да не достаю уже. Так, начинаем. Такие зубы. Да, бейте нас! Мы все стерпим! Мы же не настоящие мальчики! Вы не настоящие, да? Вы не настоящие, конечно, вы не настоящие мальчики. Надо быть настоящим, а не только вот своими. Опа. Чтобы забрать много денег, чтобы быть богатым, ребята. На тебе. Что это за подарок? И как нам отсюда выбраться? Опять ведьма. Ладно, уходим. Очень. Лена, как спуститься? Как победить ведьму? Опа-на! И чё за фигня, ребят? Это чё за фигня? Чё за фигня? Чё это? Настоящий огр надо звать, не просто... Просто называть огр. Понял, ты откуда еще? А тебе? Не хочешь поиграть с нами? Нет! Играйте с вами, сами, без меня! Все. До свидания, молодые. Достави. Ой-ой-ой. Тоненько. Все зайдем. А что ты? Чтобы ломать это узлить. Молодец! Теперь чуть-чуть. Всё. Сейчас ему. Чего? Чего? Окей. Не успеваю.
Пиноккио, как ты там? Шрек, я сейчас заплачу! Не смей, только не это! Но ты видел этих злых деревянных кукол? Не беспокойся из-за них, Пиноккио. Никто из них не достойный твоей пятки. Лучше скажи, что там делается в 39-м королевстве? О, это ужасно! Принц Чарминг захватил власть, и с ним все плохие, даже злая королева! О ней уже позаботились. Капитан Крюк! Выбыл из игры. Рапунцель! Правда? Она вроде такая миленькая. Уже нет! Принц Чарминг посадил в тюрьму Фиону и принцесс, захватил замок, а теперь собирается устроить грандиозное шоу, чтобы показать всем в 39-м королевстве, какой он крутой! Ну что же, нас это не устраивает, верно? Ну как ты его остановишь? Мы ведь за 39... Ну я доставлю задачу. А, не понял! Что за пиво? Красные. Твою чё-то. Да я. Ай. Не успел. Просто не спешать делать. Не понял, что за фигня. Тихо, как недолго странно. Да йоу! Да йоу! Ну дурака игра как. Как его пройти? Ну йоу, да бэ-бэ-бэ. Так. Просто не спешишься делать. Тихо. Да ём! Как это делается? Как это оно делается? Просто не списал, что делать. Просто не списал, что делать. Тихо. Больно. Больно. Опа. А это немного посложнее. Осторожно! Больно. О, тихо. О, больно! Опять это. Итак, близится развязка. Осада, замок чумы. У вас есть 10 секунд? Чтобы освободить принцесс, не то мы разрушим стены. Но мы не можем. 5 секунд. Не можем мы. Правда, не можем. Стражники на прокат. Дешевые, но глупые. Осел, кот, Арти, тащите катапульту. Зачем вы меня звали? Ой, вражеский замок! Надо его разгромить! Чтобы победить, уничтожай башни противника! Огонь! 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 Огонь!
Отличный выстрел! Огонь! 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 А что? Огонь! 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 Мимо! Огонь! Отличный выстрел! Отличный выстрел! Спасибо, Стрек! Опа! Мама дорогая! Огонь! Дайте выстрелить! Огонь! Огонь! Мама дорогая! Мама дорогая! Ну, огонь! Не говори! Ну, огонь! Осталось 10 секунд. Давай быстрее! Победа! Ебой! Ебой! Я! Так, всё. Видите? Неужели не проще будет отдать принцесс? Ну не можем мы. Они вчера сбежали. Ай-яй-яй! Простите за стены. Да все в порядке, они застрахованы. Куда они пошли? Вы меня спрашиваете? Мне же просто страшно прокат с минимальным залогом. Спорим, они в город отправились, да? Пошли! Мое тонкое обоняние поможет нам найти их, я уверен. У меня в роду бладхаунды были, знаешь ли. Как славно и спокойно в этих Я должна выбраться отсюда и рассказать Шреку о планах принца Чаминга. Замена. Опа. Знаю, это вода пахнет как-то не так. Это не вода. Это не вода. Я слышу их голоса. Поэтому мы... Ну вот, еще один. Посмотрим, как она с этим разберется. Ну все. Подожди, подожди! Вперед! Нет! Стоп! Стоп! Очень ой, как больно! Ой, не поле! Что с вами
я как она скидывалась. Но здесь было просто. Па-па-пам. Ой, да ёл. Как она этими справится? Никак. Зе. Опа. Ой, как больно! Нельзя было! Что за фигня? Ой, ай-яй-яй-яй-яй. А. Прикол. Он так прямо. Я на этом не уйдет. А. Надо собрать эти куски. А нельзя? Да как это? Ага. Уходи! Сам ищи место, где прятаться. Что за зверь, куда я попал? Ух ты! Какая тяжеленная штуковина. Нужно что-то крепкое, чтобы ее сдвинуть. Типа моей головы? Да, типа твоей головы. Ты совсем идиот, что ли? Теперь понятно, почему ты сторожишь канализацию. Ой, что-то не так. Немного поиграю, как мячик. Поиграю, как чуть-чуть, как мячик. Вот это игра. Чё это? Вот поэтому я всё и трачу. Сам с собой. Как все это делать, ребят, я не понял. Иди, у меня способности нету, поэтому надо и статую ломать. Папа. А как это делается? Я не понял, если. Я не помню, ребят. Не способ с ним, поэтому вот. Ням-мям-мям-мям. И где мне та статую сломать? Мям-мям-мям-мям. Thank you.
Монет. Что за фигня? Что ты берёшь с дверью? Алло! Вот я возьму и ещё ударю. Тебе хана чуть-чуть. Вот тебе. Что это за фигня? Ребята, и чё? Не работает ничего, ребят. Это за фигня. А. А. Быстрее! По-моему, они за нами гонятся. А мы точно правильно идем? Все темнее становится. Все равно тут, внизу, можно поискать сокровища. Какие тебе сокровища в конец-то открылось. Не понял, почему? Да ладно, что за фигня? Ёлки, иголки, что происходит? Йоу. Йоу. Достала. Вы не выберетесь, мисс. Бой в клетке. Бой в клетке.
Ладно! Как это? Достали. Просто вы из этой ямы не выберетесь, мисс. Мисс. Бой в клетке. Бой в клетке. Не надо мне своей клеткой. Достали. И чё это? Самозванец! Это я буду играть огра! Таковы правила профсоюза! Слышь, огр, пошёл ты! Я огр! Играет толстую и огра. Я не Шрек! Ты не Шрек, просто ты человек какой-то, не огр. Тебя будут звать. Вау. И как это? Опа! А, ты это? Вот это уже достойно. Уронил. Сэр Гордон, идите сюда и помогите нам справиться с огром. Я сейчас не могу. Охраняю парапет, сэр.
на случай, если нападут горгульи, сэр. Горгульи? Не бывает никаких горгулей. Они такие опасные, эти горгульи. Кто-то всегда должен быть на посту. А вам удачи. А, Андрей, понял, застынет, понял, застынет, что это за ты? А. Что это, ребят? Что это? Тут? Тебе не отнять моего успеха! Это я, звезда! Ты сам огр! Что ты? Огр, стоять! Идиот! Это актер, а никакой не огр! И сейчас он должен пойти со мной! Шоу начнется через 5 минут! С виду вылитый огр. А принц Чарминг сказал, чтобы мы никаких огров на порог не пускали. Да актера-то! Смотри, на нем резиновая маска! Ой, нет. Это не маска, что ли? Нет. Да, маска. Огр, стоять! А! Не понял, что за фигня? Огр, стоять! Нормально. Вот так лучше. Арестуйте этого мошенника! Это моя реплика! Сам!
Да ё-моё, походите опять чуть-чуть. Опять эта пидорасская фигня. И этот. А, он смылся? Видите. Что он делает? О, о, нет! Я рассусил вас. Даем! А ё-моё, достало. Фиона! Шрек! Я слышала, что они послали за тобой капитана Крюка. Да, но сейчас он запел по-другому. Где принц Чаминг? Он устроил грандиозное шоу в центре города, чтобы всем продемонстрировать свое величие. И без тебя я никак не могу начать, Шрек. Принц Чаминг! А я припас отличный тумак, как раз для тебя. Потише, старина! Одно движение, и твоим друзьям не поздоровится. Нет! Чего ты от меня хочешь, принц Чаминг? Все просто. У тебя большая роль в моем сценарии. Видишь ли, образно говоря, твой конец — это мое начало. Ну, точнее говоря, это окончание пьесы. Ну да ладно, не обращай внимания. Не трогайте его! Стража! Связать чудовище! Хватайте мальчишку! Приготовлю, пожалуй, на ужин Гензеля. Циклопы, ваш выход! You?
Шоу закончено, принц Чайминг. Слезай со своей воображаемой картонной башни. Нет, 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 нет. Ты же знаешь, что они скажут. Спектакль не закончен, пока толстый огр не споет. Ну, я не эксперт, но уверен, что они ничего подобного не скажут. Зато я эксперт. И, к несчастью для тебя, изучал сценическое фехтование. Ангар! Сделай его, Арти! Иди за веревками, Арти! Иди искать свое королевство! Работаем на публику! Арти, мы с тобой! Арти! Достань ты! Отлично! Отлично! Раскланивайся, принц Чайминг, и иди себе! Что ж, это была неплохая попытка! Прошу прощения, я ухожу влево от сцены. Пока нет. Ну это что, игры концовки и игры стрэп? Шоу начинается. Да, это конец игры, ну да, конец игры. Хорошая концовка была. Ой-ой. Ну сегодня это все. Только не эту песню. Хватит это. Ну ладно. Концовки игры уже подошла к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Тизей Котик. Спасибо за внимание. И всем пока. Скоро встретимся.